Хрустальный ребенок. Ребят, хрустальный ребенок — это не только породистый той, Йорик, чихуашка. Хрустальный ребенок — это их потомок. Это смешанная порода, когда нерадивые хозяева выпускают погулять. А что родится от этого, неизвестно. А вот генетически слабости, хрупкость костей остается и передается по наследству. Перед вами, ребята, Тито. Он метис тойчика или чихуашки. Но, ребята, досталось ему от этой породы по полной. Сначала, когда его нашли, он сам приполз к женщине. Она увидела его в траве. И позвонила мне, что приползла маленькая собачка и что сильно хромает. Мы не знали, что это метистое, но все равно сразу отозвались, потому что уже слова о том, что маленькая собачка страдает и хромает, это что-то значит. Это значит, болит сердце, значит, начинаешь переживать. Мы поехали и увидели вот этого малыша. Хрупкий, маленький, неказистый. Да, ребята, он не породный. Но в его роду были хрустальные собаки. Я сейчас, ребята, показываю вам страдания маленького ребенка. Мы думали, что сломана одна лапа. И самое страшное, ребята, что, как оказалось, сломаны обе и переломы старые. Валь, вторая лапка тоже не перелом. Перелом старый. Роман Санч сказал, что делать, если операция, то через месяц. Так что сейчас это подживет и привезем еще делать вторую лапу. Этот малыш научился ходить, оказывается, на двух лапах. Не представляю, что он пережил и где. Я врагу не пожелаю перенести те страдания, что перенес этот ребенок. Ребята, перед вами Тита, и я прошу у вас для него помощи. Я прошу помощи для очередной нашей поломашки, для очередной страдающей лохматой души. Ребята, в ком есть сердце, в ком есть сострадание и милосердие, тех даже просить не надо, ребята. Вы увидите, и вы знаете, что помочь надо. Я надеюсь на вас. Всем сердцем, ребята, всей лохматой душой. Я надеюсь на вас. Помогите, мои хорошие. Только вместе мы что-то можем. В одиночку, ребята, эту боль, этот поток, лавину этой жестокости, ее не остановить. Это только все вместе, ребята. Храни вас Бог. Спасибо. Доброго всем вам здоровья. И не дай Бог вам испытать хоть каплю тех страданий, что испытал этот малыш. Перед вами Тита. Ему предстоит операция. На обе лапы, ребята. И зависит его дальнейшая жизнь и судьба только от вас. Спасибо вам. Ребята, как часто свободная минута выпадает именно тогда, когда сидишь в машине и едешь домой. И тогда начинаешь осмысливать, перебирать, что сделано, что предстоит сделать. Очень часто, ребята, это происходит именно в дороге. И если мой голос звучит не всегда внятно, то это, ребята, от усталости. Спасибо всем, кто с нами, кто остался нашим другом и остается все эти годы. Доброго здоровья вам, мои хорошие, от всего сердца, от всей лохматой души. Доброго здоровья, друзья!